Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня приготовим такой вот прекрасный пирог, похожий на хачапури, типа хачапури. Очень вкусно и делается просто. Я на канале у меня есть, я делала аджарские, выпекала хачапури, такие как лодочки. И лепешки разные, типа хачапури. А это пирог. Пахнет изумительно сыр, как выпекался, пахнет аппетитно. Так что давайте готовить. Для теста понадобится стакан муки, 100 грамм творога, 100 грамм масла размягченного, у меня оно растопилось в микроволновке, щепотка соли и немного сахара добавим, чтобы тесто как-то румянилось наше. Выкладываем творог, у меня таким комочком, надо его как-то разбить. Немного маслица пока сделаю однородным. Так, сахарку пол чайной ложки, соль и щепотка. Творог стал он, несколько движений блендером, мягенький. Маслица вливаем. Лучше, чтобы было просто размягченное. Перемешиваем. И постепенно всыпаем муку через сито. И перемешиваем с мукой, пока ложкой. Тесто такое должно быть эластичное, чтобы его можно было выложить на дно формы. Домешиваю тесто рукой. Ну, мягенькое такое вот. Мешается, мука вся пошла. Мешается вся мука, и тесто готово. Теперь наше тесто остается уложить в форму. Я взяла диаметр 22 сантиметра, разъемную форму. Потом легче будет доставать из этой формы тесто. Вот я формочку подготовила, застелила пергаментом, смазала маслом и пергамент, и бока формы. Перекладываем при помощи качалки. Выстилаем дно и небольшие бортики делаем. Вот. Закрыла дно, бортики небольшие сделала. Делаем начинку. Берем два яйца. Из них одно целое и белок от другого яйца. Желток для смазывания пирога. 100 грамм твердого сыра натрем на средней терке. Также 100 грамм творога разминаю у меня комочком. Яйцо размешиваем. Сюда же добавляем к яйцу полстакана сметаны или молока, если у вас. У меня сметана. Перемешиваем. Добавляем творог. Сыр натертый. Перемешиваем. Такая заливочка будет вкусная. Три зубка чеснока вот я подготовила натереть. Зелень измельчаю. У меня укроп и петрушка. Какую любите зелень? Зеленый лучок или что там? Любое.
Количество тоже любое, сколько вам нравится. Зелень добавляем в заливку нашу. По вкусу добавляем соли и перемешиваем до однородности. Готовую начинку выкладываем на тесто. Распределяем по поверхности заливочку нашу. Вкусный пирог будет. Я хачапури пекла, настоящие аджарские, такие, знаете, как лодочка. И сверху желточек там. Вот. А это типа пирога, типа хачапури. Теперь желтком смазываем поверхность. Как раз хватило. Подровняем эти неровности. Вставляем теперь пирог в духовку. Температура духовки, каждый знает свою духовку, при которой хорошо испечется пирог. У кого 180, 200, у меня 220, иначе и не пропечется пирог. Минут на 40. Будем смотреть. Пробовать все. Прошло 50 минут. Пирог наш хачапури готов. Вот, я выпекала и картон подкладывала потом, и все на свете. Такая у меня духовка. Пусть остывает пирожок. Так, вытянем. Попробуем. К краям пристал. Донышко уберем. Остается пирог разрезать и попробовать. Он еще не совсем холодный, но не терпится. Так. Вот такой пирожок. Все пропеклось, зелень пахнет, изумительно пахнет. Отрезала небольшой кусочек, попробовать надо. Очень вкусный, низ пропекся. Низ мягенький, края хрустящие. Начинка вкусная, и чесночок чувствуется. И петрушка с укропом. Сочная, не сухая начинка. В общем, рекомендую, вам понравится очень. Готовьте. Надеюсь, что вы приготовите такой пирог хачапури. Как ни назовете. Вроде как хачапури, а-ля хачапури. Как ни назовете, это очень вкусно. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вы приготовите этот пирог. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч, и всего вам самого доброго!